Итак, ребяточки, всем привет, с вами Александр, мы снова в мире легенд дракономании среди дракончиков, и вот сейчас мы немножко подождем, вот забавная штука, как ведет себя дракон Мороженка. Кстати, ну ведь они очень-очень модельки похожи с драконом Ягодкой, только у Ягодки на хвостике есть вот такая вот малинка, а вот у Мороженка такого нет. И вот я хочу, чтобы он сейчас тут вычудил один такой интересный момент, ну давай. Я в тебя верю. Мороженка, давай. Вот зевает и зевает. Ротики у них тоже абсолютно одинаковые. Ну. Ну. О, смотрите, он тает. Он просто расплылся. Вот, забавно. Забавно себя ведет. Опачки. Взбодрился, как желешечка. Так, возвращаем это все дело тогда на место. И... отдаляемся. О, по-моему, мы отдалились дальше, чем обычно, а может и нет. Так, сейчас у меня комбинация идет пустота плюс ветер. Это я вывожу дракончиков пустоты, потому что у меня, ну, много логов, они такие интересные по соотношению, сколько в логово можно максимум заработать золото. Видите, 75 тысяч, это еще не конец, как говорится. Хотя не, да, это максимальный уровень. Ну и там дракончики тоже приносят довольно много. Это я делаю для того, чтобы было больше денежек у нас. Ну, скажем так, вот. Размножаю дракончиков. И буду сейчас по возможности выводить дракончиков, которые имеют в себе стихии пустоты. Ну, конечно же, и после того, как буду выводить вот всех вот этих. Так, дракона месяца я уже вывел давно. Зеленый у меня уже тоже получился. Ну, я об этом вам говорил. Вот он здесь. И сегодня у нас будет, ребятки, вот это вот чудо. Не знаю, почему они галочкой не подмечались еще, пока я их не вывел, да. Это дракон-леопард. Как я говорил, это наш первый дракон колдовского выведения. То есть можно вот зайти вот сюда, вот сюда вывести. Или вот сюда. О, вот сюда. И как видите, можно взять дракончика кирпич с одной звездочкой и дракончика туземец с одной звездочкой и вывести его. То есть у нас это получилось. Следующий у нас есть какая-то черепаха. Ну как ты выглядишь? Ну черепаха как черепаха. Так, вот муравей забавный. О, кстати, это горилла. Апекс. Ребята, кто из вас сходил уже на фильм Rampage? А то я как-то вот завтыкал, на этих выходных не сходил. Придется ждать следующих. А это у нас какой-то дракон чуть ли не чужой. Но очень похож. Так, Гипоэстес. Такое странное название. Но голова как у чужого. Мороз мне тоже нравится. Жучок, кстати. Интересно выглядит дракон-жучок. Оригинально. Хорошо прорисован. Ни на кого другого не похож. Это я ценю. Какаду тоже похож. Но вообще-то колдовские довольно интересные дракончики. Пропуск до конца разведения. Не, нет, это нас не интересует. Механизм. Темный механизм. Ух ты, прикольно. Сова мне напоминает Ванаса из Monster Legend. Ну, кстати, горилла Апекса из Monster Legend напоминает. Ну, а у нас леопард, ребятки. Так, у нас Эпик, силы удара 65. Как вы помните, я еще давно говорил, то есть я хочу собрать всю команду кошачьих. И вот именно поэтому... сейчас мы будем наслаждаться нашим новым кошачьим. Леопард. Ну, вообще-то я бы его не назвал. Леопард – это снежный барс. А снежный барс ближе все-таки к пуме. Это пума, но это не леопард. То есть леопард – это там есть пантера, это черный леопард. Там ягуар тоже похожий. Но это снежный барс. Снежный барс. Так, давайте его разместим. Ну вот здесь должна выскочить картинка нашего. Вот, она вроде как и выскочила, но нам не показали. Вот, глюк, короче, ребята, продолжается. Вот такой вот у нас няшный, красивый леопард. Так, как его назвать? Давайте пока я его назову Лапка. Не знаю, пришло в голову, не знаю, просто так. Лапка, можно его нажать снежок, пушок. Так, а можно назвать его Васька. Так что пишите в комментариях ваше предложение. Давайте сейчас мы его накормим. Кушай, маленький мой.
Кушай. Будешь мурлыкать. У него еще какая-то типа броня идет. Он, ну, кроме того, что он панк. Так, у него еще бронепластины какие-то. Это у нас тек-леопард. Как там в арке, да? Тек-броня. Тек-седло на нем. Так, арк я тоже вроде как снял серию, ну там наснимал 2 или сколько часа, надо повырезать лишнее, оставить полчаса, что-то вроде того. Так, ну вот такой вот, что красивенький у нас леопард. Мне он нравится, давайте его погладим сразу. Но он серьезный, он такой у нас серьезный. Не веселится он, даже когда мы его гладим. Хорошо. Что у нас теперь следующий? Следующий. Ух ты! Железное пламя тоже себя так забавно как-то ведет, перекручивается. Тут если понаблюдать, ребятки, какой, вот вы знаете, кто из драконов ведет себя самым забавным образом? Вот такой вот вопросик. Давайте напишем в комментариях, а в следующей серии мы попробуем проверить. Так, может поставим еще кого-то на выведение? У меня, по-моему, кто-то должен был получиться. Из тех, кого у меня еще нет. Во, эхо. Эхо это нам дали за календарную акцию. То есть мы его тоже вот, вот за это. Она еще идет 4, ну, почти 5 дней. Так что, думаю, все его получили. А мы давайте пойдем в нашу акцию. День зеленых. Остался всего лишь один день. И я, смотрите, на 8 месте нахожусь, хотя я пропустил, наверное, половину времени. Существовал шанс даже, что я мог бы быть на первом месте. У меня здесь, видите, кто на первом месте? Ксения на третьем месте, 376 драконов. Ну, у меня, конечно, мало, 213, но в тройку было попасть вообще easy, очень легко, если бы, как бы, ну, не пропускать. Что, давайте немножко поиграем. Ух, 2000 очков уже мне насобиралось. Так, я сегодня утром потратил, по-моему, 5000 очков. 5000, так. Ну, ничего нам не надо, к сожалению. Сейчас мы немножко тут в лотерейку сыграем. Так, домик. Яблочко. Росточки не нужны нам. Лампочка и домик. Лампочка, домик. Росточек. Берем из первой, чтобы можно было вызвать что-то новое. Яблочко. Но все равно тупичок у нас. Образовался маленький. Да, не фартануло, бывает. Снова то же самое. Три раза подряд, ну такого у меня еще, наверное, не было в этот раз. Чтобы три раза подряд нам выпадало то, что нам не нужно. Так. Домик. Давайте феникса возьмем. А вы когда играете, выбираете, какой дракончик вам больше нравится, какого взять? Так. А можно лампочку? О, росточек. Росточек и лампочка. Отлично. Домик. Яблочко, росточек, яблочко и две капельки. Как у нас все красиво сложилось. Снова домиками нас завалило. Вообще ничего интересного здесь не попалось нам. Сплошная непруха какая-то у нас идет, ребята. Ну, иногда бывает вот так вот. Все не прет, не прет, не прет. Потом ты опачки... Обновил и все поперло. Опять выпал домики и яблочки. Так, вот яблочко, вот росточек вот туда.
Капелька. Росточек. Яблочко. Домик. Капелька. Яблочко. Так, не, давайте подождем. Вот, лучше сюда. Домик. Яблочко, росточек. Вот мы освободили. Я знаю, что вот сюда можно еще их отправить. Так, яблочко. Домик. Лампочка. Лампочка, дочка. У меня сестра старшая, когда была маленькая, она любила говорить на лампочку лампочка. О, у нас теперь вот пошли лампочки. Лампочка, водичка, росточки. Так. Домик. И завалило нас капельками. 230 дракончиков мы уже с вами собрали, можно так сказать. Вот это у нас хорошо пошло, это мне нравится. Лампочка, яблочко, кустик. Так, надо было, интересно, как-то засечь, какая была самая продолжительность сессии. Когда мы собрали больше всего дракончиков за один раз, не обновляя наш автомат. Так, дракон-туманчик не хочет яблочко. Капелька, росточек, капелька, лампочка. Домик, росточек. И все. Так, 1000 очков у нас еще остается с вами. Домик. Яблочко, капелька. И опять нам нужны лампочки, лампочки, лампочки и снова лампочки. Давайте возьмем паньгу. Возьмем росточек. Росточек, яблочко. Капелька, лампочка. Отлично, собрали. И еще лампочка. Еще росточек, еще лампочка, еще яблочко, яблочко. Все дракончики у нас счастливы. Лампочка, росточек. Лампочка, надо было росточек самураю дать, конечно же. Но ничего, у нас тоже все хорошо. Так, росточки и домики. Домик, домик. Яблоко, домик, домик, лампочка. Росточек, домик. Капелька. Давайте самурай уже наконец-то дадим на его заслуженное яблочко. Одинаковая комбинация у нас была у печеньки. Так, капелька. И капелька, лампочка, у нас таких нет. Такого тоже нет. Белая полоса была, теперь пошла у нас черная полоса. Яблочко, домик. Давайте заполним, чтобы узнать, кому лучше дать. Так.
Так, кому что дать? Давайте яблочко сюда, сюда и соберем. Не Аид, как это у нас назывался дракончик, который у нас только что был внизу. Так, яблочко, росточек. Заполняем. Вот так. Водичка. К сожалению, никому нам не нужна. А вот яблочко мы съедим. Снова водичка. Лампочка. Домик. Росточек. Водичка. Лампочка. Вот отлично. Яблочко. Росточек. Лампочка. Водичка. Отлично. Вот люблю, когда все так происходит, и у нас просто все разлетается на раз-два. Вот водичка, вот. Так, нет. Если я возьму этот росточек, давайте возьмем вот этот, потому что здесь мы можем трубу освободить вот таким вот образом. Увы. Домик. Лампочка. Лампочка. Снова у нас капельки насобирались. О, чуть не сбросил. У нас, оказывается, ведьмочка хотела. Заполним. Яблочко никто не хочет. Росточек тоже. И снова яблочко. Так, ну все, у нас последнее заполнение. Водичка. И мы получили растафари. Вот так. Ну, пока что заполнить нам больше нечего. Еду. О, золото. Я сейчас могу собрать золото. И еще один разочек, наверное, мы можем что-то заполнить. Эх, к сожалению, не попался нам ни домик, ни лампочка. Фу, ребятки. Вот такие вот у нас дела. Давайте сейчас еще проверим. Так, какие у нас храмы? Четвертый. Третий храм. Пустоту, да, мне качать нужно еще. Храм земли, ветер, свет, тень, вода. Что у нас по воде? Мне нужно качнуть всего лишь одного дракончика воды. Давайте посмотрим. Сортируем вода. Даже это лучше сделать не отсюда, а вот с этой стороны. Так. Вот так выбираем стихию вода. И давайте смотреть. Так, у меня есть деми, но лучше мне брать воду и пустоту. Во, качнем, например, тебя. Или агавушку можно качнуть. Не-не-не. Вода и пустота желательно. Комбинация. Так, а кто мне еще? Вода, пустота, давайте еще посмотрим. Земля, вода и пустота. Интересно, есть ли такой дракон, у которого три стихии? Земля, вода и пустота. Но это найти, конечно, будет непросто. Ну, давайте так, по пустоте будем смотреть. Пустота. Пустота и вода. Вот есть капля. А редкость как-то можно еще выбрать? Это должен быть какой-то эпик желательно. Пустота, вода. Пустота. Ищем. Вот есть земля, пустота, ведь. Ну, земля. А мне бы пустота и вода. Вода, пустота — это в приоритете.
и третья стихия, это было бы вообще идеально, но, к сожалению, нет. Там. Вот есть такой вот дракончик. Ну, давайте что, его качнем немножко. Ну, на 30 уровень мы его, конечно, не загоним. Он просто уже и заколдованный, и был какого-то довольно высокого уровня. Так, все, закончилась у нас еда. 26 уровня. Так, кстати, как тебя зовут? Что, молотоголовый. Это, наверное, акула-молот. Смотрите, у него хвост точно как у акулы-молота. А на заднем фоне у нас левитируют камни. Вот такие вот у нас, в общем-то, дела, ребятки. Нам осталось совсем чуть-чуть, и можно будет качать уже наших дракончиков основных там на 50 уровень, например. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.